Говорит паладин Тристан. Если вы это слушаете, значит, вам удалось пройти через президентскую ветку, и теперь перед вами база ВВС Адамс. Согласно нашим разведданным, пульт управления ракетной спутниковой системой находится на главной вышке передвижной платформы Анклава. На платформу можно попасть только по трапу, который спускается от сторожевого поста Анклава в старой башне авиадиспетчерской. Откройте ящик, сработает маяк. Мы получим сигнал и начнем атаку, чтобы отвлечь их на себя. Удачи! С Богом!
Пожалуйста, не трогай меня, я здесь просто работаю. Я работаю с роботами, я их чиню. Я следил за тобой до проникновения на базу. Ты же мне ничего не сделаешь, правда? Слава богу, я Стикс. Приятно познакомиться. Я чертовски рад, если ты понимаешь, что я не за плохих парней. И с удовольствием расскажу тебе все, что захочешь. Прямо над нами расположен центр изучения когтей смерти. Большинство из них сейчас сражаются снаружи, но парочка могла остаться. Также там имеются роботы, которые управляются центральным компьютером. Есть еще какое-то количество военных, но куда меньше, чем раньше. Спутниковая башня установлена прямо над базой. Ее нельзя было не заметить при входе. Тебе придется проникнуть в центральный зал управления, прежде чем попасть наверх пусковой платформы. Когда ты окажешься наверху платформы, на пути к башне придется пробиваться через солдат. Я давно пытаюсь выбраться отсюда. Понимаешь, я делал кое-что для Анклава. И не то, чтобы я этим гордился, но жить-то надо. Когда Анклав меня подобрал, я умирал от голода и от лучевки. Я был у них в долгу, но теперь... Теперь пора уходить. Ты отлично отвлечешь внимание, пока я делаю ноги, прихватив пару роботов и припасы. Ты поможешь мне, а я тебе. Приятно было познакомиться, но надо линять, пока есть возможность. Может, еще увидимся? Эй, Спарки, Гувер, пошли! Все назад! Отбой тревоги! Обнаружен противник. Начинаю нейтрализацию. Всем гражданским рекомендуется... Навожу на цель! Оружие в бой! Пошел! Цель уничтожена!
Отходим на берегу. Отбой тревоги. Вступаем! Не ждали, а? За это спасибо Прайду. Без них нам обоим была бы крышка. Но хватит обо мне. Ты молодчина, солдат. Просто молодчина. А теперь пора мне заняться делом и запихнуть тебя в винтокрыл, пока тут все не взлетело на воздух. Быстрее на борт, пока ракеты не сравняли тут все с землей. Я сейчас посажу птичку около диспетчерской вышки.
и мы посмотрим на салют. Зрелище будет классное. Цитадели. Старейшина Лайонс хочет видеть тебя сразу, как только мы приземлимся. И беспокойся об остатках сил Анклава. Мы с ними разберемся. Когда мы познакомились, у меня было мало доверия к твоим мотивам и еще меньше к твоим методам. В сражении за проект «Чистота» тебе удалось хорошо себя проявить, и у меня не осталось никаких подозрений. А теперь Анклав уничтожен именно благодаря тебе, и я даже не знаю, что сказать. Я горжусь, что ты с нами, и обещаю, что наши песцы внесут в аналы твой сегодняшний подвиг. Это историческое событие. От имени Братства Стали и всех свободных людей на пустошах я благодарю тебя. Когда мы впервые встретились в том переулке на Чевичейс, мне показалось, что ты... просто обычное ничтожество с пустошей. Хорошо, что это оказалось не так. Мой отец очень высокого мнения о тебе. И я тоже. Если бы все сложилось иначе, возможно, у нас нашлось бы время стать друзьями. Ладно, я желаю тебе удачи и надеюсь, ты побудешь с нами еще немного. Нам нужны такие, как ты, чтобы завершить начатое. Если ты думаешь, что Прайду теперь нечем заняться, у тебя крыша поехала. Франкенштейны почему-то сами кверху лапками не легли, а Ротшильд запряг нас собирать все технические примочки отсюда и до обеда. Так что работка у нас та еще, а? Отец говорит, что нам нужно следить за границами, чтобы к ним не пришли подкрепления. Но я думаю, до этого еще далеко. Мы нанесли им ощутимый удар, от которого они не скоро оправятся. Отец хочет отправить нас в Вашингтон для зачистки развалин от супермутантов. Он называет это нашей новой большой проблемой. Интересно, мы вообще когда-нибудь отдохнем? Но мне нельзя показывать своих чувств. Все должно работать как часы, так что этим я и займусь. Прайд держит центр города под контролем. Поговори с паладином Тристаном или с песцом Ротшильдом. Возможно, у них что-то для тебя найдется. Удачи! Всегда приятно тебя видеть. Тебя-то мне и нужно. Будет время, заходи. Я так понимаю, это тебе мы должны сказать спасибо за всю ту технику, которая нам поступает с развалин авиабазы «Адамс».
Она поможет нам бороться с нашими врагами на пустошах, а я надеюсь, она пригодится и в моем проекте. Помяни мое слово, Прайм восстанет вновь. Это займет месяцы или даже годы, но мы его соберем. Если захочешь нам в этом помочь, дай знать. Да, да, пожалуйста. Нам жизненно необходима помощь. Как ты знаешь, сейчас моя основная задача — восстановить Либерти Прайма. Непростое дело с учетом его состояния. Чтобы поставить его на ноги, нужны не только запчасти в огромном количестве, но и совершенно особые детали. Ты повсюду бываешь, так что поищи мне сенсорные модули. Они необходимы, чтобы восстановить электрические цепи. Но еще больше мне нужны старые фотоаппараты. Оптическую систему Прайма полностью уничтожила взрывом, но я смогу ее восстановить, разобрав на части достаточно камер. Прощай. Возвращайся, если найдешь что-нибудь интересное. Ах да, тебе хотелось о чем-то поговорить. Да, безусловно, паладин Тристан и писец Ротшильд подскажут тебе уйму способов нам помочь. Приятно, что даже после всего, что тебе довелось пережить, ты по-прежнему нам помогаешь. Это признак благородного воина-братства. До встречи! Береги себя! Ха! Кто бы сомневался, что у тебя получится? Да, в цитадели многие сомневались. Но Лайонс был за, и лично мне этого было достаточно. Мы очень многим тебе обязаны. Если бы не ты, братству пришел бы конец. Спасибо тебе от всех нас. Да, без сомнения. Если ты не против, мне бы не помешала помощь на следующем задании. Супермутанты на столичной пустоши никуда не делись. Наша задача — выбить эту пакость под корень. Все, что от тебя требуется, — повыбивать их, сколько сможешь. Увидишь мутанта — всади ему пулю в башку. Я встрою в твой пип-бой такое же устройство для взятия образцов крови, как у наших разведчиков. Когда убьешь мутанта, возьми с трупа образец крови и привези сюда. Я прослежу, чтобы тебе компенсировали расход боеприпасов. Ладно, еще увидимся. И берегись мутантов.